Да. Здесь человек, который Роман Чебирзеев, узбекский. Вы первый шаг делаете свои чем руководители, руководители государства развивают. Сейчас людям и дальше, не только делиться, да. Во-первых, благодарить за хорошее, добротное темпо. Уже наблюдается. Самое главное. Это земля пропитана, как говорится, армией. Работы и обучали местное население грамотности. Являлся курсантом данного училища. Третий слушатель сейчас внес на электронную карту наших подразделений. Плюс ко всему Устан Акранович Дмитриевич. Каждый курсант имеет у нас сегодня полностью экипированное оборудование. Одновременно может 100 человек работать. 904 года. Здесь есть.